вы на это угрохали? 18 часов. Вот так. Чуть левее. Назад. Назад. И главный контроллер сервоприводов. Система навигации. Главный излучатель в норме. Тогда проверяем. Начальник смены Хаммонд. Так, приятель, пора убивать на тебе заразу. Начинаю подачу трихлорита и септазина. Камера заполнена. Продувка камеры. Дезинфекция завершена. Бригада сварщиков, пройдите в оружейную. Готово, проходи. Пару строгов прихлопнули. А так все тихо, как на кладбище. Надеюсь, так и дальше пойдет. Рядовой Марк Лоренцо, пройдите в медицинский отсек. Строги блокируют сигнал. Но противник движется прямо на парней из Пумы. Все, как я говорил. Да. Я на роботе считался наличием после вторжения строгов. Конец связи. А он точно мертв? Нат Пирс уверял меня бы. Помните, что случилось утром? Капрал Кейн, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Одной рукой держит раненого на плече, другой стреляет из автомата и при этом еще при... Эй, солдат! Держи! Это увеличенный магазин для автомата! Каннибал, мне нужна помощь! Кто вы? У меня нет сигнала от вашего медчипа! Капрал, Капрал Кейн, вас ждет конвой. Спускайтесь.